еще одно произведение. Думал, сегодня ограничусь одной песенкой зимней к Новому году. Но что-то прям раззадорилось, решил еще вот эту песню разобрать. Но сегодня сбрасывать ее не буду, это, наверное, перед Новым годом этот разборчик сброшу. Поэтому вернемся еще раз к хорошему произведению. Правую, левую сторону к Новому году разберем. Сегодня разборчик будет. Ну, глухо, конечно, получается в этих тонах. Сейчас попробуем еще на этой, на шуйской. Мне интересно, она гармошка соль, поэтому, может быть, звучание будет даже интересное. Давайте попробуем сейчас. Ну да, по сравнению с тульской гармонией она довольно-таки легкая. И прям клавиши такие большие, уже отвык от нее. Что-то давно не брал в руки. Просто даже интересно, звучание должно быть. Интересно, посмотрим сейчас. Совершенно другое, конечно, более писклявое, более это. Но это можно подкорректировать, как бы перейти маленько в завершение слишком уж. Пискляво сильно, можно перейти маленько в другую тональность. Так. У нас что получается? 21-6 мы играем. 10-18. Ну, то есть тональность перейти по не сыграть концовочку таким образом. Надо учиться, так что дерзайте. Вот такой вариант, если устраивает, можно сыграть так. Но если не очень, можно, конечно, тональности маленько перевести и сыграть, как ваша горбушка воспринимает лучше. Поэтому
есть нюансы, тонкости какие-то. Вот я еще раз заметил, где-то еще здесь сыграла. Можно было здесь сыграть. Сейчас попробую переиграть. Я здесь играл сыро, а я сыграл здесь. Вот. И басы можно сделать. То есть, ну, пробовать, тренироваться надо, варианты разбирать. То есть, ну, тот, который вариант предложил, если понравился, берите на заметочку, разбирайте. Если нет, можете, то есть, каким-то способом здесь погонять, выбрать свою золотую серединку для своей гармошки. С Новым годом еще раз, наступающий вас. Успехов в разборе.